Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Мурана 2010 года. В кузове Z50 заменим передние тормозные колодки. Для этого мы сейчас поддомкратим автомобиль, приподнимем, снимем колесо и будем разбирать дальше. Снял колесо, посмотрел колодку, уровень тормозной жидкости вот посередине. По жидкости не скажешь, что износ колодок должен быть. Посмотрел по колодке. Вот она. Еще по... Как же показать? Вот. Еще половина колодки. Ходить и ходить. Но писк. Очень неприятный писк. Хотя колодки стоят оригинальные. Выработка уже... На дисках есть, но диски пока я менять не буду, износ на них нормальный, но ходить они еще будут. Сниму, наверное, болгаркой. Как же показать-то получше колодочку? Вот, в принципе, вот так вот хорошо видно. Видите, толщина колодки еще нормальная, но материал плохой. Состояние дисков, это еще родные оригинальные диски, но это не Япония. Как ни крути, японские на таком пробеге не изнашиваются так. Все-таки Европе, которые делаются для Европы автомобили, это совсем другие автомобили. Ладно, будем снимать сейчас колодки и менять. Менять мы будем на вот такие фирмы Нишимба. Колодки хорошие, проверенные, не скрипят, не пищат, на перевалах не сопливят. Нормально себя ведут. Уже не один год ими пользуемся. Сейчас выкручиваю. А даже выкручивать не буду. Так, подъездим. Здесь сзади головочка на 14. Откручиваем нижнее крепление и поднимаем суппорт вверх. Двухпоршневой суппорт. Чё, колодка так плотно сидит. Ну, там внутренняя колодка сидит очень плотно. Если это вот шевелится, то места посадочные наверняка грязью забились. Сейчас будем чистить. Вот видите, колодка еще живая, еще бы ходила. Ну, как я и говорил, ниссановская, оригинал, Джурит. Но материал уже закалился. Направляющая нижняя живая, верхняя живая. Трогать мы их не будем, мазать мы их не будем. Колодка сидит. По торцу видно, насколько выработан тормозной диск с двух сторон. Выработка общая
Но не соврать, миллиметров 5, наверное. Это, конечно, многовато. Радиаторы я переставляю на новую колодку. Старые, родные, потому что на новых колодках радиаторов нету. Сейчас снимаем пластины вот эти противоскрипные и чистим. Для этого возьмем. Так, а что? Да сниму я на. Сниму скобу и почищу нормально. И заодно сейчас сниму сразу фаску на дисках. Сзади там головочка на 22. Еще ни разу не откручивалось, это щелкает почему так, на герметике сидит. Дальше все легко идет. Вот таких вот два болта, он резьбовой герметик. Второй болт, вот скоба. Снимаем со скобы вот эти вот пружины. С обоих сторон. Чистим как сами пружины щеткой по металлу, также чистим сами скобы. Аккуратно, чтобы не повредить пыльник. Зажимаем. Ну, раз сняли уже, зажимаем в тиски, в тисках обрабатываем. Ну, из диска сниму сейчас болгаркой. Отточил я диск. Почистил направляющие колодку. Теперь видно, что она двигается, и та, и другая. И верхний, и нижний болт. Зажимаем оба этих болта. Болта затянули, переставлю пластины противоскрипные, перепутал местами, это от внутреннего, с внутренней стороны стояли
На них след остался. Берем струбцину и зажимаем сам суппорт. Сдавливаем поршеньки. Что удобно, здесь мы можем оба поршенька одновременно сдавить. Потихонечку крутим и смотрим на бачок, чтобы жидкость не побежала. Вот мы его сдавили и ставим на место. Наживляем оба болта на направляющий, и нижний, и верхний. Все, получается, правую сторону мы заменили. Точно так же делаем и левую сторону. Сейчас здесь мы устанавливаем колесо и несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы правый суппорт у нас придавил колодки к тормозному диску. Также, поменяв левую сторону, точно так же наступим. Для чего? Мы этим самым сможем потом максимально выбрать уровень тормозной жидкости поверху поставить, по верхней метке. Остальное убираем шприцом или добавляем тормозной жидкости. На этом колодки мы заменили. Всего вам доброго!